Добрый день, меня зовут Роман Задойнов, и сегодня я хотел бы прокомментировать такую тему, как законы экономики, законы социальной жизни. Дело в том, что большинство политиков считают, что они имеют право создавать законы, по которым должно жить общество, по которым может жить экономика, по которым должны жить люди. На самом деле они здесь заблуждаются, причем заблуждаются очень сильно. Дело в том, что законы природы нельзя изменить. Они существуют, они есть. Нужно просто присматриваться к ним и фиксировать их, а также пользоваться ими для того, чтобы преследовать одну общую цель. Цель блага всего общества. Что значит законы природы? Ну, это значит, что это те же законы, как, допустим, математика, законы физики, законы химии. Их же никто не отменял, их не придумывали какие-нибудь там депутаты парламента или что-то в этом роде, или правители. Ученые замечали эти законы и фиксировали их. Но дело в том, что в некоторых странах, где нет демократии, правители решили создавать сами свои законы. Законы, по которым должно жить общество. Но это неправильно, потому что общество не может жить по чужим законам. Оно по-любому будет адаптироваться к своим законам. Вот это вот мы видим, что происходит в тех странах, где происходит, допустим, серьезная инфляция, падение денежной национальной валюты. Это все происходит из-за того, что неправильно правители правят этой страной. Неправильно создают законы, и что еще важнее, неправильно пользуются этими законами и неправильно их применяют. Так вот, хотелось бы сказать таким правителям, чтобы они поменьше злоупотребляли властью, чтобы они все-таки наблюдали за учеными, прислушивались к ученым и делали все так, как положено по законам природы, а не так, как они хотят. Также хотелось бы посоветовать нашим правителям прочитать еще раз сказку про 12 месяцев. Очень полезная сказка и очень умная сказка, поучительная. Она поможет нашим правителям установить, что не все в природе подчиняется их воле. Я имею в виду воле правителей. Существуют законы, которые им не подчиняются. И по этим законам живем мы, люди. Всего вам доброго.